Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Мы продолжаем знакомиться с обитателями Красного моря. Это смешная рыбка, это рыба корис-клоун, вид морских лучеперых рыб из семейства губановых. Корис-клоун вырастает до 60 сантиметров. Эту рыбку можно узнать по выступающему закругленному лбу, темно-зеленому оливковому окрасу тела с вертикальной светлой полосой. На промежуточном этапе жизни от молодой до взрослой особи передняя часть тела кориса-клоуна светлая и усеяна черными точками. Размер молодой особи до 4 см. Мальков легко отличить по двум темным пятнам в оранжевом ореоле, которые служат для отпугивания и предупреждения. Самки значительно меньше самцов. Голова у них светлая и 2/3 тела темные. Взрослый клоун корис питается водорослями и беспозвоночными, раками и морскими ежами. Молодые особи кушают только водоросли. Взрослые особи кориса клоуна встречаются на мелководье, возле стены кораллового рифа. А молодые живут в пещерках в рифе. Глубина обитания таких особей от 2 до 30 метров. Рыба не ядовита и не опасная, но мы ни разу не слышали, чтобы ее употребляли в пищу. И на рынках ни в Хургаде, ни в Шарм-эль-Шейхе мы также в продаже ее не видели. Спасибо всем, кто досмотрел наш обзор до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, и оставайтесь с нами. Впереди вас ждет еще много всего интересного.